Здравствуйте, подписчики. Мы продолжаем играть Sniper Elite 2 Remaster. Итак, тут у меня, да, так, одиночная. Так, выбор задания, потому что он понадобится, так как моя запись пострадала. Теперь я знал, где находится завод по производству ФАУ-2. Кажется, я вышел на финишную прямую. Мне оставалось лишь проникнуть внутрь, нейтрализовать 3 оставшиеся цели, взорвать к черту весь завод и вернуться домой. Просто. Вот так как игра у меня пострадала, запись, поэтому проходим. Самое сложное тут... Блин, ты с козёл не спустишься. Вот этот такой своеобразный тип тоже. На. Что-то не понял. Так, по мне стреляли, что ли? Не должны вроде. Потому что это... Или нет? Пока. Нет, стоит. Стоит. Так. Вот она, мулька такая. Если быстро сделать, то мы успеем вот здесь вот завалить человечка. Так, мы успели к нему? Успели. Да. И вот сейчас, что интересно, надо поспешать. И тогда мы много чего успеем. Так, сюда. Так. Успел, наверное. Мне кажется, я успел завалить его. Вот. Так. Успокаивай, сердечко. Блин, он ушел. Покурил один. Покурил. Тут главное этот гребаный шум. Вот в правом верхнем углу. Ориентируюсь на него. Так. Вот он вышел. Ну вот он последний раз здесь. Входит. На. Пробил насквозь. Так сказать, нашампурил. Смотрим. Осматриваемся. Потому что сейчас нас ждет такой один неплохой бой. Блин. Пока ворота не открылись. Открылись. На. Вот теперь они побегут. Давайте, еще там должны быть. Вот здесь пулемет. Успели? Ну, будем считать, что успели. Давайте посмотрим, что на вышке. Я, кстати, не поднимался. О, боеприпас. Неплохо. Так, что у нас здесь? Тут вот, кстати, бутылочка стояла. Ее можно разбить, если кто собирает данные мульки. Да ё-моё. Значит, те не выбегут. Хорошо. Надо собрать, значит, с этих, что имеем. Ну,
вот этот вообще стоит ли он? Да и боксы мне пока всего хватает. Так, вот здесь вот может быть какой-нибудь слиток быть, не знаю даже. Никого не видно, хотя они там есть, это я знаю. На. На. Вот так. Давай, перезаряжаемся. Что там блестит? О, золото, наверное. То, которое собирать надо. Сейчас проверим. Давай, ну почему-то их мало выбежало, не знаю почему. Но... Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь блестело. Ну, как я говорил, кусочек золота. Так. Обыщем. Идем. Сейчас вот мне пострелять-то придется. Так, тут у меня что? Патронов хватает. Так, смотрим, тут есть тело, нет? На уничтожение. Вот одно. Ой, он меня даже не заметил. Вот второй. Вон третий. А эти, значит, не выбежали. Я помню, что раньше выбегали вот они. Давай. Вот теперь бежим. Бежим. Давай, покажись. Давай, я видел тебя. На. Далеко не убежал. Вот так вот. Выстрел в голову. Чуть-чуть через голову его пробил. Я тебя найду. Да я вроде как бы не особо скрываюсь. Куда у нас? Ищите внимательно. Хорошо. Вот здесь вот должен быть. Нет? Блин. Давай. Он поди сюда, в туннель ушел. Так, тут нету никого. В той стороне, в этой стороне. Опаньки. А вот он вышел. На. Вот так вот. Давайте обыщем их. Замечательно. Так, я не понял. Где мой автомат? У меня патронов не осталось. Так, ладно. Будем собирать эти мелочи. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Перезарядим. Здесь. Что ты мне дашь? Ну вот так хотя бы. Хотя бы так. Итак, у нас здесь будет сейчас контрольная точка.
при минировании. Где-то. Вот он. Самое сложное — это отсюда вырваться потом. Конечное. Вот это все это ерунда. Давайте. Вон. Идет. И шум. Шум. На. Пробил. Ой-ой-ой-ой. Ну что, я тебя ждать буду, когда ты там шуметь начнешь. Вот сейчас вот этого. Да ё-моё. О, куда-то попал он. Ой-ой-ой. Где ты? Не вижу, вижу. Так. Ну, неплохо. Кто-то меня спалил, да? А откуда нападать-то будете? Орёт кто-то. Давайте, у вас все равно определенное количество. Я тут накуролесил. Так, с этого ничего не взять. Вот с этого, если только. Так. Теперь где тут? Вот этот вот. Смотрим. Там еще двое за поворотом должно быть. Или трое, сколько их там. Это те, которых... Мы знаем. Или мы их перебили. Или они куда-то ушли. Среди этой металлоконструкции. Вылезай, снайпер. О, все-таки меня там ищут, значит. О! Смотрите, какая прелесть. Дальний выстрел. Какие-то бонусы получу. Вот так. Теперь мы отсюда уходим. Мы же ведем диверсионную подрывную деятельность. От того, что снайпер нас никто. Сдавайся, ага, сейчас. Не освобождало от диверсии. Сейчас и посмотрим. Взяли что-то. Еще разок. Где вы меня там искать будете? Кто туда отправится? Так, надо вот здесь вот разобраться. Сразу. Если кто-то есть. Есть здесь кто? Или нету? Сразу говорите. О, автомат — это хорошо. Так, сейчас там проверят, меня там не будет. Вот сюда. Бомбу. С этой стороны. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Слышите? Вон они ходят.
Так, ну моя маньячная натура просто обязана пристрелить их. Но там, наверное, может один и ходит. Ой-ой-ой. Du bist hier eben. Вот так. Нашли убитого, ага. Сейчас еще найдете одного. Он где-то тут. Конечно, я где-то тут. Я больше скажу, я среди вас бегать буду. Козлов. Чесать местность. Чего вы тут чесать собрались? Так, я откуда отсюда вышел? Дальше они все равно не пойдут. Там будут шкуру свою тереть. Продолжите поиски. Ну вот в гранату-то хорошо я ему попал, да? Так их 1-2 осталось. Как топаешь, как слон. А где вы? Я вас не вижу. Мы что, в прятки играем, что ли? Смотрите в оба. Смотрю. Пока никого не нахожу. Где вы? Так, 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 так. Ну давайте. Он поди один остался, сам с собой там разговоры такие ведет, как будто бы их много. Да, ну-ка одним, одной пулей двоих могу. Могу. Сейчас еще третий будет. Ой, не-не-не-не-не-не. Бежим. Я скажу больше, мало то, что бежим. Я сейчас еще и завожу, чтоб наверняка. Вот так вот. Давай. Пробил. Убил. Все. Местность зачищена. Какой я молодец. Ну я какой-то бонус получил за то, что двоих одной пули это пришил. Похвалу, не знаю, там. Рукопожатие генерала. Вот я же молодец. Так, надо собрать все, что можно. Потому что мне пригодится автомат, когда я буду вырываться. Так, 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 так. Что-то взял. Я даже не знаю, что это. Нож, напильник, что это такое. Клеящий пистолет. Так, мне надо туда попасть. Попасть можно только вот посюда почему-то. Ай, так. Мне еще надо мину здесь поставлю, потому что, блин, такой участок поганенький. Вот здесь вот и поставлю. Она мне все равно сейчас не нужна будет. Вот. Кому-то может и пригодиться. Так, 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 так. На. Вот так. Надо самому, главное, не попасться потом.
полезем сюда. Вот что удивительно, никого нету, но вот сейчас нас палят. Нас палят. Так, как тут? Блин. А, вот так и пройдем. Кстати, как пройдем, так и убегать будем. Пройти-то туда можно двумя-тремя путями. А вот убегать лучше вот посюда. Не надо прорываться. Вот по низу. Вот посюда не надо прорываться, убивая всех. Потому что, мне кажется, на мой взгляд, они нескончаемы будут. Ну и вот, собственно говоря, ролик. Ученых нигде не было, но я продолжал поиски, надеясь обнаружить зацепки, которые помогут мне до них добраться. Вот. Обратите внимание, никого не было. Всех же перебил. Вот что ты сюда пришел? Стоял бы там под окном, все же слышно было. Вон, видите, идет. Немчура. Падла. Так, отсюда отходим. Так. Возьмем боеприпасы. Бежим, не надо на них обращать внимание. На. На, вот тебя тут не ожидал увидеть. На. На. Ай-яй-яй-яй. Где? На. Ой-ой-ой. Вот теперь движи, не обращай ни на кого внимания. Как видите. А ешь твою мать-то! Я тебя не заметил, ладно. У нас контрольная точка не так далеко. Беги, ну беги, беги. Беги. Вот она, зачем мина нужна была. Так. Бля. Взрыв. Меня убил взрыв. Спасаемся, потому что здесь все взрывается. Ты еще ходишь? Давай, беги. Нам надо выбежать. Успеть выбежать. Это все мелочи остальное. Нас никто не волнует, потому что сейчас вы... Кстати, вот когда выбежим, обратите внимание, нас здесь ждут. А кто ждет-то? Вот он. Блин. Блин. Тихо, приляг, отдышись. Сейчас еще машина подъедет. Только мы вот за эту штуку выйдем, машина подъедет. На, наконец-то я тебя подбил. Это вот самый опасный был. Так, теперь перезарядим. Машина подъехала.
твари. Так, вон они по мне стреляют. Ножи, где же? Не вижу. На вышку забежали. Вот он. Блин. Вот он. Подбил. На, куда-то я ему попал. Куда-то попал. Орехи отстрелил. На. Ноги перебил. Не ходок. Так, где-то вот здесь я видел, стрелял. Или мне показалось? Ну давайте-ка. Кстати, к этому дому можно только оттуда подойти, поэтому тут не обязательно их убивать. Если можете, просто можете бежать от стрельбы, если любите прям мясо. Тут не обязательно их перебить. Главное до точки добежать. И все. Так, где вы? Где вы, падлы? Я вот вас не вижу, вот это вот самое плохое. Давайте. Вот, вот. Нет. Блин, это камень. Думал, это череп. Вот он. На. Ух ты. Кожаные курточки еще. На. Получил. Козел. Если не ошибаюсь, я там компаньон был. Был? Так, мы с автоматом убегаем. Не обязательно их водить. Ну вот, дамы и господа, миссия-то пройдена. Желаю вам удачи. На этом все. Подписывайся на канал, ставим лайки. Пока!